По традиции на субботник вышли самые неравнодушные. В центральном районе много торговых объектов, так что и предприниматели отозвались на просьбу администрации города навести лоск вокруг своих магазинов. Фасад, стекла почистить, как бы, чтобы чистота города была. Обычно стараются обновить здание, подкрасить весной к летнему сезону. Но Сочи – курорт круглогодичный, здесь тепло всегда. Можно и не ждать лучшей погоды, а тут еще и повод замечательный – день рождения города. Есть люди небезразличные, которые, да, я бы даже сказал, даже с какой-то ответственностью, с какой-то инициативой выходят, и не только в субботник, они им нравится привести свой двор в более лучшее состояние. Сегодня именно вот все вместе собрались, всей улицей и как бы вышли. Вот результат налицо, работаем. Сейчас на улицах много опавшей листвы, так что сочинцы стали добровольными помощниками дворников. О необходимости выйти на генеральную уборку своих же дворов глава Сочи заявил на планерном совещании. Задача глав района вместе с Мухтином Мадиновичем предоставить технику и бесплатную утилизацию отходов. Значит, ставлю задачу перед депутатами городского собрания промониторить, значит, все наши лесные, сельскохозяйственные земли для того, чтобы определить там мусор и вывести его. То есть мы должны День города праздновать в чистом городе. В итоге только в центральном районе было собрано и вывезено 20 тонн мусора. Помыли даже тротуары. Навели порядок и на зеленых газонах. Они выглядят теперь более ухоженными и привлекательными. Чище стало и на детских площадках. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.